Испокон веку рос на этой стороне лен, одевал, укрывал да украшал россиян. По старой народной примете, как поплывут в августе кучевые облака, так пора лен дергать, на землю выстилать. Только хлеба здесь больше сеяли, чем льна. И недавно еще в Удмуртии, крае исконно льняном, по 1000 рублей дохода с гектара получали. Но теперь поля с этой культурой и увидишь не сразу. За 10 лет только в Балезинском районе площадь их уменьшилась почти вдвое. Стал ли он почему-то невыгоден хозяйством? Вот тогда-то директор льнозавода Маргарита Дмитриевна Егорычева не сказала бы. Лен приходит к нам полугнилой или полусырой, потому что высеяли поздно его, он не созрел, он пришел зеленый. И он пока не отлежится по-хорошему в скирде, он в мочке выходит как проволока. Из него не получишь уже того качества льна. А сколько здесь его, хотя бы зеленого? На территории сырьевого двора Балезинского льнозавода имеется сырья на данный момент 1200 тонн. Это работы завода 4 месяца. Заготовлено сырья всего лишь 1600 тонн. Планируемое сырье в этом году мы должны сдать 4700 тонн. Ну а нынче нам не хватит сырья и придется 2 месяца вывозить его из Беларуси для производства волокна, для выполнения производственного задания, которое дается нам на 1982 год, на 83 год. А как насчет качества? Ну, моченцовое волокно – это не то, что сланцовое волокно. Из него хорошего качества не получишь. Ну, в основном мы отправляем это волокно в Казань. Там брезент изготавливают. Кроме того, Саранск, где изготавливают веревку, шпагат. Для населения, для изготовления простынных материалов, это волокно у нас в основном не берут ни Вязниковская фабрика, ни большие фабрики, ни Костромской льнокомбинат. Нам-то с вами нужен не только брезент и шпагат, хотя и их не хватает. Спрос на льняные ткани сегодня, сейчас, в стране удовлетворяется не более чем на 40%. А завтра? Ведь в том же Балезинском районе Удмуртии будущей весной посевные площади под лен придется опять сокращать. Семян получено лишь в половину. Так неужели веками прославленный лен снова не найдет заботливого хозяина?